Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Москва непривычная, настороженная. Войскам, оборонявшим столицу, двинулись народные ополченцы, коммунистические батальоны москвичей. Бои шли всего в сотни километров от Москвы. Почувствуйте же сердцем, люди наших дней, что это было. Вдумайтесь, сама столица Родины в опасности. Москва на осадном положении. Наша Москва. Уже готовы рубежи обороны у московских застав и окраин.